Ивановские спортсмены принимают на свои площадки участников первого этапа первенства России по волейболу среди девушек. Побороться за право выйти в полуфинал чемпионата в наш регион приехали волейболистки из Тульской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Белгородской и Тверской областей. Но главное для этих девчонок даже не победа в финале, а возможность попасть в волейбольную сборную страны. Формирование сборной команды страны, она будет проходить на этом этапе, то есть именно на этапе финальных поединков. Мы очень надеемся, что наша команда Ивановской области попадет туда. Волейбол – один из самых популярных видов спорта в нашем регионе. Он требует от спортсменок не только изрядной ловкости и выносливости, но и сплоченности. Ведь на этой площадке побеждает не человек, а команда. У нас здесь традиции славные. И мы надеемся, что мы не просто поддержим эти сейчас традиции, а вот начнем серьезно бороться за то, чтобы эти традиции не просто сохранялись, а чтобы они приумножались. Сегодня на площадку вышли хозяйки чемпионата и команда Тульской области. Этот матч открыл соревнования, которые продлятся до 10 ноября. Была проведена очень большая предсоревновательная подготовка. Я считаю, наши девчонки готовы к этим соревнованиям. То есть уровень мастерства повышается от года к году. Вот. И того, что мы сейчас достигли, я считаю, достаточно, чтобы быть в призерах первенства. Подготовка у наших девушек действительно довольно серьезная. Но говорить о победе пока рановато. Хотя цифры на табло уже после первых минут матча стали говорить о многом. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.